Джон Лок родился в 1632 году. Идеи этого английского педагога и философа были широко востребованы в мире XVIII века. Этот яркий представитель эмпиризма и либерализма был одной из главных фигур эпохи Просвещения. Но Лок был не только философом. Область его интересов была гораздо шире. Медицина, экономика, политика, педагогика, отношения государства и церкви. Везде он был глубоким исследователем и мыслителем. Письма Лока оказали огромное влияние на таких философов, как Вольтер и Руссо, а в более поздние времена взглядами Лока были увлечены Юнг и Эммануил Кант. И вот какие слова мы находим в творческом наследии философа о Библии. «Бог – ее автор. Наше спасение – конечная цель. Ее содержание – истина». Джон Лок.